Доброе утро! Сегодня 17 января, мы в офисе 15.80, узнаем, что хорошего, что плохого произошло за последние сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, что в Полтаве произошло? За прошлые сутки у нас была информация от СНС о двух пожарах. Один из них на автоагрегатном заводе. По нашей информации, на четвертом этаже горело офисное помещение. Но спасатели вовремя справились, поэтому смогли спасти помещение цеха. В принципе, у нас написано, что 20 метров квадратных пострадало, и оборудование, все, которое было в этом офисном помещении. Также около 8 часов вечера у нас поступила информация о пожаре в доме на Пушкина 145. Горела одна из квартир, уже выгорела 10 метров площади. И был ложный вызов по Пушкина 65Б, была задымленность в шахте лифта. При пожарах никто не пострадал? Никто не пострадал, да, пострадавших нет. В принципе, по отключениям на сегодня у нас остается две квартиры в доме по Пушкина 145 из-за пожара, потому что выгорела проводка. Это электроэнергия? Да, по электроэнергии. И по сковороды 2А, короткое замыкание в подвальном помещении, пол дома тоже сейчас остается без света, но я думаю, что там будет сегодня уже проводиться работа. Что нам вообще по погоде? Сейчас у нас туман, видимо, на улице. По погоде днем обещают среднюю температуру минус 3, минус 8 градусов, сегодня ночью минус 10, минус 12. То, что было, ну, в принципе, оно так и есть. Обещают сегодня без осадков. Угу. То есть коммунальные службы у нас работают, посыпают? Да, да, да. Все равно работаем, все равно посыпаем. Вчера проводились уже работы по подготовке к водохрещу. Готовили территорию пляжа, расчищали, чтобы люди, которые захотят принять участие, чтобы могли нормально подъехать, расчистили площадку, все сделали. Угу. Несмотря на то, что на улице сейчас очень красиво из-за морозов, все равно смотрите под ноги, будьте аккуратны. Хорошего вам дня!